На некоторых маршрутах Царицы подорожал проезд. Теперь из Махачкалы в Каспийск на автобусах «Метан» можно доехать за 15 рублей. Также повысилась стоимость проезда маршрута номер 44. Вслед за автобусами поднялись цены и на проезды в троллейбусах города. В Управлении промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Махачкалы все это связывают с повышением цен на топливо. Отметим, что стоимость проезда в городских маршрутах пока остается прежней.